Всем доброе утро. Начинаем монтаж теплицы Легенда 3х4 под стекло с одной алюминиевой дверью и двумя форточными блоками. Будет стоять все на бетоне. Пока приехали, раскладываемся и приступаем к сборке. Каркас теплицы мы поставили, закрепили, установили отлив такой красивый, покрыли стены стеклом уже, установили перелив. Сейчас будем готовить крышу. Все, подготовим крышу, покроем ее. Дальше у нас будут торцы. В одном торце дверь, другой глухой. Закончился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда. Шириной 3, длиной 4 метра, под стекло, на бетоне. Идем смотреть. Как и обещал, дверь алюминиевая. Одна штука, второй торец глухой. Закреплено к бетону все с помощью анкеров. По низу пущен отлив красивый, фигурный. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 40 на 40. Также есть труба 20 на 40, 20 на 20. Покрашено все полимеропорошковым способом. Цвет шоколад. Для большей жесткости установлены диагональные усилители. Также есть два форточных блока на термоприводах. Стекло держится с помощью системы профилей, база, крышка. Толщина 4 мм. Вот такая отличная прозрачная теплица у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока.